Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар, нашел очень хорошие три варианта в новом комплексе, который находится на расстоянии от моря 630 метров максимум. До начала съемки этого проекта я хочу посоветовать моим дорогим зрителям, те, кто желает купить срочно продаж, вот горячие предложения, заранее, если приезжаете в Аланию, вам советую привести как деньги, открыть расчетный счет в банке, поставить деньги в банк и искать недвижимость. Я не снимаю именно срочные продажи, потому что смысла не остается, они быстро распродаются. Там день, два, три, максимум неделя. У нас большой портфель. Обращайтесь, поможем, чем можем. Все, теперь я начну снимать, покажу всю инфраструктуру, потом поднимусь на высокие этажи этого проекта. Значит, дорогие зрители, в этом проекте у нас такой открытый бассейн. Зонтики, шезлонги, все присутствует. Вот такая горка, аквапарк. Это детский бассейн. Так, айдат у этого проекта 250 лир в месяц. Стоят столы и стулья, кто хочет кофе выпить, чай выпить, может сесть и отдохнуть. Там у нас душевые кабинки. Здесь у нас игровая зона, зона отдыха. Также можно туда приставку поставить, PlayStation, бильярдный стол. Также есть теннисный стол и мини-футбольная игровая, вот такая детская игровая площадка, комнатка такая. Значит, здесь вот такое интересное лобби, есть открытая парковка у этого проекта и сауна, фитнес, сейчас я вам покажу. Это вот такое лобби. Вот такое тут освещение. Здесь у нас душевые кабинки. Да, санузел. Да, санузлы и душевые кабинки. Вот здесь у нас фитнес-салон. Такой фитнес-салон. Занимается спортом. Так, и вот у нас скрытый бассейн, который функционирует с октября до апреля месяца. Вот здесь у нас римская парная комната, такая просторная, и финская сауна. Поднимемся мы на седьмой этаж. Присутствует два лифта. Вот такой интересный лифт тут. Просторный, вместимость до 10 человек. Поднялись мы на седьмой этаж. Вот тут такой коридор. Вот наша квартира. Так. Ну, а здесь такая прихожая. С левой стороны у меня расположен санузел. Квадратура этой квартиры 47 квадратных метров. Закроем дверь. Продается обставленная. Вот такой дизайнерский интерьер у этой квартиры. Света нету, так как абонемент еще не получен. При покупке это все оформляется. Здесь у нас спальня. Такая спальня. Минус то, что вот окно выходит именно в коридор. Не знаю, как это так
проект придумали. Вот такой у нас здесь стоит шкаф. Там, закрывайте жалюзами. Вот такая вот квартирка. Бытовая техника фирмы Altus. Вот такая кухня у нас, совмещенная с гостиной комнатой. И вот наш балкон. Такой маленький балкон у этого проекта. И вот такие виды тут. Видно горы, видно соседнее здание. Вот, дорогие зрители, вот море в той стороне. Максимум 630 метров. Отмерял по карте Google. Дорогие зрители, цена этой квартиры 56 тысяч евро. Пройдемтесь дальше. Осталось снять две квартиры. Они пустые, подешевле, чем эта. Но они находятся на 9 этаже этого проекта. Так, закроем дверь. Вот такой коридор тут, пройдусь. Вот лифт застекленный. Так, вызовем лифт. Поднимемся на 9 этаж. Прибыли мы на 9 этаж. Значит, одна квартира у нас находится тут. Вот такая пустая квартира. Ламинат уже установлен. Нужно переехать и обставить конкретно квартиру. Обойдется вам обставить эту квартиру приблизительно 3000-5000 евро. И вот такая здесь спальня. То же самое, окно выходит в коридор. И вот такая у нас гостиная, совмещенная с кухней. Вот, дорогие зрители, вид на горы. И частично видно море отсюда. Дорогие зрители, цена этой квартиры 52 тысячи евро. Пройдемтесь в другую квартиру. Она находится противоположной этой. Значит, вот такая квартира. Слева от меня санузел, такой же, как на 7 этаже. Справа спальня. Вся квадратура 47 у всех трех квартир. Вообще во всем проекте. И вот такая у нас гостиная, совмещенная с кухней. Так. Вот такой вид. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Скажу цену этой квартиры. Цена этой квартиры 53 тысячи евро. Та была 52, нижняя 50. 6 тысяч евро. Проект был сдан в 2020 году в месяце август. До моря здесь максимум 630 метров. Инфраструктуру вы уже увидели. Айдат 250 лет, дорогие зрители. Одна квартира тут обставлена, две пустые, как вы видели. Нужно обставить, обойдется вам 3000-5000 евро. И все, переехать жить. Дорогие зрители, с вами была Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия в жизни.
и побольше позитива. Всем пока-пока.